очень хочу записать еще видео. Почем же арбузы? 5,99. Ну, грубо говоря, $6 арбуз. Одеваться некуда, надо брать. И помидоры 4. Огурцы 3,69. Покупать нет. Я собираюсь купить минеральную воду. Минеральная вода, вот такая бутылка, стоит 1 доллар. А еще месяц назад это было 79 центов, теперь уже 99 центов. Ну не доллар, маркетинговый ход. Так, берем воду. Берем воду. Я приколись, 79 центов поменяли на 99. Но не доллар же, правда? Не доллар. Американский маркет. Выбираю воду. Сейчас дальше пойдем посмотрим, что еще есть. Мальчики такие. За одну яблоко 70 центов. За одну яблоко. За одну. А если это органик яблоко, то за одно яблоко 89 центов. За одно яблоко. Все будет. А есть яблоки дороже, тоже органический доллар 29. Означает это за одно яблоко. Не за килограмм, это одно яблоко. Пепсины 5,99. Специально в церковь маска входит. Такая фачка. Помидора 4,99. Вот такой. А вот такая пачка огурцов 3,49. Помидоры. Вот это помидоры. 1,29. Доллар 29. Один помидор. Это не килограмм. И вот такой болгарский перец. 79 центов за один. За один. Давайте посмотрим, картошка почем. Картошка у нас вот такая желтая. 79 центов за одну картошку. Смотрите, цена. И 79 центов одна картошка. Одна картошка. Не килограмм, не фунт, не полкилограмма. Одна картошка. Ешьте, не обжалуйтесь, не подавитесь. Здесь это дешевые у них бананы, $25, 25 центов each, за один банан, что у них 25 центов, раньше было за паунд, да, жило 19 центов each, что один банан 19 центов, что это each, обычно было за паунд раньше, сейчас посмотрим яйца в этом магазине. Давайте я смотрю вам другом, сейчас я вам скажу. Ну, это окей, думаю. Такие коричневые, 12 штук. Но в этом магазине, это самый дешевый магазин, у нас отлично. 5,99. Это, грубо говоря, $6. За вот такие, ну, практически домашние, считаются яйца. Мы их и возьмем с собой. Такое яичко нам подходит. Посмотрим молоко сейчас. Молоко, ну вот галлон,
органик молока 5,99 или благодаря 6 долларов. Я обычно беру вот такой поменьше. А в литрах, значит, в литрах вот такой, это будет 3,78 литра. И вот он 6 долларов, есть поменьше. Это обезжиренное молоко. Одно второго. Это полгаллона. Литр 8, ну, грубо говоря, почти 2 литра. Это будет 3,99 или, грубо говоря, 4 доллара, да? Я обычно беру вот такой. Это было 6 бутылка. Здесь нет даже литра. Даже литра нету. 546 миллилитров. 69. И это еще у нас дешевый магазин читается, называется Trader Joe. Что еще показать? Масло. Масло. Я вот это уже снимала. Вот такой кусочек масла. 4,49. Что еще? Есть сметана. Такая баночка сметанки. Стоит $1.69. А вот органик, я обычно беру вот такой органик, сметану на органическую, и 49. Здесь 454 грамма. Йогурт, вот такой маленький, баночка йогурта, 150 грамм, 1 доллар на йогурт. Есть кефир. Обычно я такой покупаю без сахара, и 69, вот такой кефир. Сок, вот без мандарин сок, 4,69, есть из апельсина органический, 5,99. Это такой, 5,99, это конечно, я его обычно и беру. Есть вот такой вот свежевыжатый сок без ананаса, ну, грубо говоря, 3 доллара за одну вот такую маленькую баночку, не 355 миллилитров. Я тоже его обычно беру, такие золотые ссылки, мы его любим. Попробуем, посмотрим мясо. Мясо. Ну вот органическое мясо. 7,49 за 1 паунд. Вот такое оно. Мясо органическое. 1 паунд. Это 454 грамма. Цена 7,49. Я обычно беру такое мясо, которое органик. Что вам еще показать? Ну, сосиски вот есть из свининки. 5 сосисок вот таких стоит 69. Стейк. Вот я вам беру стейк. 17,63. Здесь нету даже 1 паунда. Тут написано 98 паунда. Цена за паунд 17,99 до 17,60. Но если вы хотите стейк на филе миньон, то цена 21 доллар за 0,71 паунда. Ну это вообще грамм 300, наверное, это у нас. Я обычно вот такие грудки беру, потом они грудки цепляющие. 8,88, здесь паунд 27 за вот эту коробочку. Есть еще у нас атлантический салмон, это забыла как называется, ну красная рыба, короче, какая-то. А сука, что ли? Или как? 10,59 за 1 паунд.
то есть по линбаумах 430 чем-то там, это цена. Камус мы обычно покупаем 2,29 за баночку камуса. Такие сырочки 4,49. Разного вида. Повадки я обычно люблю. Вот я всем всегда. Здесь 0,72 паунда. Не знаю, сколько потом грамма, но меньше, чем 400 грамм. Я такой беру почти всегда. Есть вино за 5,99. Такой танец с пузырьками. Есть вот такой просека, да, я думала, у вас пишет просека. 16,99 просека. Ну, это итальянская. Вино. Значит, брюд. Подивиться 10,91. Есть подешевле. Пиногрыжа 5,91. Я обычно люблю вот такое мускатное вино. Ну, 8 долларов было, по 5 долларов раньше. Теперь уже 8, почти что муската пить. Что мы одно из моих любимых муската. Есть брюд розе, я тоже люблю розе, брюды. 13,99, это калифорнийское вино. Тоже с пузырьками. Не знаю, что еще показать. Может, подсолнечное масло, я сейчас вам покажу, почем стоит. Это еще такое вино. Бланк. 11,99. Масло оливковое, 99. Здесь 1 литр. 500 миллилитров, 69 за оливковое масло. Оливки обычно такие покупаем, 2,99. Это соус для банки. Кетчуп вот такой, 3,49 за баночки. До сих пор такие горочки у нас все стоят. Где не знаю. Сироп, это кленовый сироп, 4,99. Есть вот такой Organic Frame, 7,99 сироп. Разного рода варенье по 4,99. Я говорю, это магазин Trader Joe, он такой достаточно дешевый. Это масло Almond Butter. Забыла, как русский называется. Арахис, нет, вроде бы арахиса. Извините, забыла. Так, смотрите, смотрите, у нас такого разного вида. Сейчас найдем оружие, посмотрим.
Вот такая коробочка с мороженым, это у нас такие. Если вы хотите. Сейчас целого рода соусы. Я сейчас все покажу. Я еще покупаю себе обычно блинчики замороженные у них. Бывают. Я прямо как российские блинчики. Я прям обожаю. Вот 4,99. Вот такие блинчики. Здесь обычно 6 штучек. Да, 6 штучек. Они с вороном. Американского производства. Но на вид блинчики блинчиками. И на завтрак я бывает покупаю себе. Такие. Там, ну, примерно вот как бы и все. Ну, какие-то куча пиццы всякие по 5,99, по 6,49. Замороженные пиццы все дорогие обычно. Ну, до встречи. Всем пока.